Уважаемые слонимчане, Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии продолжает отвечать на ваши вопросы по поводу коронавирусной инфекции. К сожалению, был у нас продолжительный перерыв, было много вопросов, связанных с организацией эпиднадзора, с организацией государственного санитарного надзора и некоторые другие вопросы, которые нам просто не позволяли дать время на запись, хотя ответы на ваши вопросы были уже готовы достаточно давно. Итак, у ребенка поднялась температура. Вызвали врача на дом, чтобы оформить больничный. Она сказала, чтобы приходили через 2 дня на прием в поликлинику и никаких других вариантов. Где логика? Запрещают массовое скопление людей в поликлинике, где заведомо много больных людей, всех собирают в кучу. Можно ли регионально, не на республиканском уровне, а для Слонима, создать указ, в котором будет возможность оформлять больничные листы дистанционно? На сегодняшний день во всех поликлиниках разделены потоки здоровых пациентов и температурящих. Данное мероприятие позволяет минимизировать риски заражения населения при посещении организации здравоохранения. В целом, для решения вопроса по больничному листу вам необходимо было переговорить с регистратурой, либо с участковым терапевтом, педиатром в данном случае. Ну, можно было попробовать обратиться в администрацию организации здравоохранения. По большому счету, если у вашего ребенка, если вы видите, что он уже поправился, у него нету температуры, его ничего не беспокоит, и при звонке, созвоне с вашим педиатром, она говорит о том, что ребенок, в осмотре ребенка нет необходимости, я не вижу никаких препятствий в оформлении листка нетрудоспособности дистанционно. Единственное только, что, скорее всего, за ним придется подойти все равно в поликлинику. Ну, это ж можно сделать и без ребенка. В любом случае, по листкам нетрудоспособности, по их оформлению, необходимо обращаться в конкретную организацию здравоохранения, в которой вы обслуживаетесь. Сестра болела COVID-19. Выписали из больницы, сделав контрольный тест. Дома она на самоизоляции, открыть больничный лист. В случае, если тест положительный, кто дальше продлевает больничный лист? Снова-таки, по вопросам продления больничного листа, все вопросы эти решает конкретная организация здравоохранения. Я думаю, что в данном случае будет этот вопрос решаться через поликлинику, в которой вы обслуживаетесь. То есть созвонитесь с регистратурой, либо с вашим участковым. Работник мясокомбината был профмедосмотр на предприятии. Из-за большого скопления народа он не стал проходить. Теперь направляют в Альбертин. Что ему делать? Он не хочет его проходить, тем более, что предыдущий у него до июня. И сам боится и не хочет загружать и без того перегруженных врачей. И есть еще похожий вопрос. Мы их, наверное, объединим. Это работник боепитания. Не знаю, может быть, какая-то описка, опечатка была, потому что я не знаю, что такое боепитание. Но, наверное, какая-то форма общепита. Заканчивается медсправка о состоянии здоровья. Как поступать? Значит, скорее всего, данные вопросы уже потеряли немножко свою актуальность для конкретных людей, которые его задавали. Но, тем не менее, все равно продолжаются звонки и к нам в организацию по поводу прохождения медицинских осмотров. Думаю, звонят и в поликлинике. Значит, смотрите, что касается Слонимского мясокомбината. Руководство данного предприятия даже в условиях неблагополучной обстановки по коронавирусной инфекции организовывает профилактические медицинские осмотры правильно. У нас нету к ним вопросов, мы с ними обсуждали данные вопросы по организации профилактических медицинских осмотров, они этот вопрос с нами согласовывали, поэтому я считаю, что риски заразиться при прохождении профмедосмотра на самом предприятии ровно такие же,
как и просто при участии в обычном рабочем процессе. Тем более, что при организации медицинских осмотров Слонимский мясокомбинат не смешивал цеха. То есть он брал небольшой коллектив одного цеха, вел на медосмотр. Затем другой коллектив цеха вел на медосмотр. То есть таким образом вы все равно между собой общаетесь на работе, у вас есть какой-то коллективный иммунитет. В целом организация противоэпидемических мероприятий на мясокомбинате поставлена на высокий уровень. Так что по поводу мясокомбината не стоит переживать. Что касается решения вопроса по прохождению медицинского осмотра теперь, когда вы не прошли медосмотр, когда все это делали, и в принципе вот по вопросам медицинского осмотра хочу сказать, что решайте этот вопрос непосредственно с руководством. Пусть руководство связывается с организацией здравоохранения по данному вопросу. Может быть, есть возможность перенести профилактический медицинский осмотр, отсрочить его каким-то образом. Во всяком случае, график прохождения медицинских осмотров формирует центральная районная больница. Что касается надзора за прохождением профмедосмотров, которые мы осуществляем, то мои специалисты нацелены на то, чтобы по данный вопрос просто, ну, пока что не обращать особого внимания. Когда уже закончится наша эпидемия коронавируса, тогда уже будем решать, что делать дальше. Но на сегодняшний день мы вполне понимаем, что, во-первых, и люди боятся приходить в поликлинику где-то, ну и, во-вторых, в принципе, может быть, стоит пока что воздержаться от лишних этих медицинских осмотров. Поэтому профилактические, периодические медицинские осмотры нами пока не, ну, можно сказать, мы пока на них закрываем глаза. Что касается предварительных медицинских осмотров, то есть которые проводятся при трудоустройстве, конечно, их проходить надо, никуда мы от этого не денемся. Следующий вопрос: обрабатываются ли у нас улицы, автобусы? Призыв ходить всем в масках в магазинах может стоит сделать. Ну, такой вот вопрос появился. На сегодняшний день у нас обрабатываются остановочные пункты и обрабатываются автобусы. Обрабатывать улицы на сегодняшний день я не вижу необходимости. Если такая необходимость появится, то будем данный вопрос рассматривать совместно с органами власти. Знаю, что обрабатываются улицы, насколько я помню, в Минске и, наверное, в городе Гродно. Что касается ношения масок, на сегодня Всемирная организация здравоохранения не поменяла свои рекомендации по поводу ношения масок. Они по-прежнему считают, что маску необходимо носить медицинским работникам, лицам, которые ухаживают за больным, и больным людям. На мой взгляд, и я рекомендую, в принципе, с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, с учетом характеристики коронавируса, то есть мы знаем о тех лицах, которые... То есть коронавирусная инфекция, сам диагноз, напоминаю, он ставится при наличии положительного теста. Но тестирование мы проводим для определенного круга лиц по показаниям. То есть это контакты первого уровня, контакты второго уровня при появлении какой-то симптоматики острой респираторной инфекции. Если, в принципе, врач, медицинский работник видит, что у данного человека, вот к нему обратился за медицинской помощью человек, пациент, и он видит, что есть какие-то определенные симптомы, показания, которые могут свидетельствовать о том, что у него коронавирусная инфекция, то есть так называемый вероятный случай коронавирусной инфекции. Если он видит, что человек выходит, например, на пневмонию, то таким людям тоже могут назначить взятие тестирования на коронавирус. Но у нас есть еще, поскольку коронавирусная инфекция у нас протекает, есть случаи, когда она протекает абсолютно бессимптомно, то есть человек ходит по улице, ведет обычный образ жизни и при этом чувствует себя нормально, у него нет повышенной температуры тела, у него не болит горло, нет кашля, нет одышки, но он является носителем коронавируса.
Вот поэтому я сейчас рекомендую носить маски при посещении многолюдных мест. То есть это магазины, аптеки, расчетно-кассовые центры. Это могут быть банки, любые места, вот общественный транспорт, любые места, то есть где могут скапливаться люди. При этом маску носить на улице совершенно не обязательно. Про это я уже тоже говорил. И если вы едете один в машине за рулем, тоже маска вам не нужна. Через салонный фильтр, ну, вирус крайне маловероятно, что проникнет в ваш салон. Вы же едете все-таки по дороге, по улице. Это что касается ношения масок. То есть, поскольку мы теперь, каждый из нас может быть потенциально зараженным, и мы его не можем установить по-другому. То есть, даже вот я, например, могу, я себя прекрасно чувствую, но с учетом того, что я общаюсь и с медицинскими работниками, и с другими какими-то людьми, я тоже могу быть носителем коронавируса, и поэтому, ну, надо стараться носить маску в многолюдных местах, даже несмотря на то, что это все-таки как-то неудобно. Единственное только, что не забывайте про правила ношения маски, которые оговаривались ранее.